Всем привет, друзья! Мы сегодня приготовим вкусный обед или ужин, который разлетается со стола со скоростью света. Он просто тает во рту. Простой, быстрый и очень вкусный рецепт, который всегда выручит. Лучше, чем картошка фри. Очень вкусная еда для всей семьи, всего из 4 ингредиентов. Для начала отварим картофель. Ветчину, салями или сосиски нарежем небольшими кубиками. Дальше нам понадобится сыр, натираем его на мелкой терке. Отваренный и охлажденный картофель очищаем от кожуры. Очищенный картофель перекладываем в форму для запекания и немного придавливаем его толокушкой. Далее поливаем растительным маслом картофель, либо растопленным сливочным маслом. Солим и перчим по вкусу. Массу можно перемешать, а можно оставить как есть. Далее посыпаем картофель половиной натертым сыром. Поверх сыра выкладываем подготовленную колбасу. Присыпаем оставшейся половиной сыра. Почти готовое блюдо отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Вот такое у нас получилось красивое, румяное, очень вкусное блюдо. Блюдо получилось очень нежное на вкус, а готовится легко из самых простых доступных ингредиентов. Самое главное в этом блюде – просто, но очень вкусно. Мои дети съели с большим удовольствием. Такое блюдо готовим точно раз в неделю. Блюдо получается сытное и нравится абсолютно всем. Отличный вариант, бюджетный рецепт, выглядит аппетитно, советую всем приготовить. Как всегда, желаю всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием, до новых встреч, пока-пока!